Хочу рассказать вам про свой новый гаджет. Это мобильный свет для видеосъемки Zhiyun Molus X100. На самом деле, очень полезная для путешественника вещь. Она небольшого размера, что, в общем, самое главное для меня. Весит не так много, несмотря на то, что здесь емкий аккумулятор, который, кстати, можно использовать как пауэрбэнк. Здесь довольно мощный светодиод большого размера. Для того, чтобы его охлаждать, а греется эта штука довольно серьезно, встроен кулер. Также есть два колесика управления. Одно отвечает за температуру света, второй за яркость. Причем яркость можно регулировать как вращением колесика, так и нажатием для быстрого переключения на 50% и на 100%. Соответственно, также быстро можно выключить. Перечислять его технические характеристики, которые есть на сайте Zhiyun, никакого смысла не вижу. Вы туда можете зайти сами, почитать и все понять. Я же хочу потестировать устройство в реальных условиях. Для этого вечером после заката я обязательно найду каких-нибудь животных и на них проведу реальный тест. Ну и перед тем, как отправиться на съемки в ночную саванну, хочу вам показать, как я креплю свет к камере. На самом деле все очень просто, через переходник на холодный башмак. Вы можете закрепить этот свет на любую абсолютно камеру. Ну а теперь отправимся в ночную саванну и проверим вот эту всю конструкцию в действии. На камере фотоаппарата даже уже вот выставлено довольно большое ISO. Выдержка 1,5 и ничего не видно. Вот я сейчас включу свет. И вот видите, появилась картинка. Это на 50% мощности. А это на 100% мощности. Вот так вот это выглядит. Как вы уже теперь поняли, это маленький, но очень мощный гаджет. Те, кто путешествует, кому нужен с собой мобильный свет, это идеальное решение. Удачных вам кадров!